На пленарном заседании депутаты рассмотрели 9 вопросов повестки дня. Утвержден список земельных участков, ранее находившихся в перечне свободных земель, на которые граждане, имеющие 3 и более детей, проживающие в Анапе, в течение 180 дней не подали заявление для последующего предоставления гражданам, зарегистрированным на территории Кубани, и которые за последние 5 лет не получали бесплатно в собственность земельные участки. Внесены изменения в перечень свободных земель и земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим 3 и более детей. Перечня исключены участки, по которым заключены договора аренды, а также участки, на которые в течение 180 дней не поданы заявления. В перечень для предоставления в аренду многодетным семьям включены земельные участки, которые поставлены на кадастровый учет. На 1 сентября этого года земельные участки получили 805 граждан, воспитывающие 3 и более детей. Внесены изменения в бюджет 2014 года. Доходная часть бюджета увеличена на 100 миллионов 11 тысяч рублей. Общий объем доходов утвержден в сумме 3 миллиарда 881 миллион 609 тысяч рублей. Увеличены расходы на обеспечение финансирования мероприятий муниципальной программы «Доступная среда», на материально-техническое обеспечение учреждений образования в соответствии с наказами избирателей, на создание в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, обеспечение функций муниципальных учреждений отрасли «Молодежная политика», обеспечение жильем молодых семей, предоставление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или переданных на воспитание в приемные семьи.